to drown. Bam. Вот именно с таким танцем юная пермячка Мария Среднякова выиграла в номинации «Лучший танцевальный номер» в мировом конкурсе «Мисс Супермодель», который проходил не так давно в Индии. И сегодня Машенька у нас в гостях. Доброе утро! Намасте! Тебе всего 16, да, это правда? Да, мне всего 16 лет. Скажи, пожалуйста, сколько ты уже, если так можно сказать, в модельном бизнесе? Я в модельной индустрии с 11 лет. Такая первая серьезная, да, победа. Да, можно сказать, что первая. Я с 3 лет на сцене, и это уже дает знать о себе. Вот скажи, пожалуйста, у тебя всего 16 лет. Перечисли, пожалуйста, чем ты уже занималась и что, какие у тебя еще есть глобальные цели, несмотря на то, что ты заканчиваешь 9 класс и успешно сдала экзамены. Да, я работаю с 15 лет в модельной школе Бивандафу, в школе исторического развития. Я работаю хореографом-постановщиком, пиар-менеджером и кастинг-директором. Плюс я сейчас являюсь хореографом-постановщиком всероссийского конкурса «Miss Precise». И у тебя еще какая-то есть интересная цель, что бы ты хотела дальше попробовать? Я хочу выпустить свою линейку одежды. Откуда ты черпаешь вдохновение? Вот ты такой маленький человек, а столько всего уже прошла. От людей, которые меня окружают. От моего стиля, от моего внутреннего стержня, от моих родителей. То есть главное мое достижение и вот... Человек, который меня вдохновляет, это моя мама, потому что в 19 лет она уже многого достигла. То есть, если бы не моя семья, ты бы не стала такой, какая я есть сейчас. Всегда хотела попробовать походку от бедра. С моими там параметрами модельными не все в порядке, но тем не менее, наверное, это не важно, да? Давай выучим вот это движение, как модели ходят от ноги, расслабляют ручки, на бок ставят. На бок? Нет, это старая школа. Сейчас у нас фэшн. Для начала, когда идем на подиум, мы делаем птичку. Спина ровная, выбираем точку и идем расслабленно, спокойно. Стоим на точке 3 секунды, потому что это важно, так как нас должны заснять фотографы. И разворачиваемся, чтобы получить хорошие снимки от показа, из показа. Что-то новое, ошибиться, в конце концов, это сделает нас сильнее. Красивого вам, а главное, теплого солнечного утра. Просыпайтесь!